Так, привет всем. Сейчас у нас второй день поиска мотоцикла. Меня сопровождает Сэмми. Алло, алло. Ура. Мой консультант. Все, мы поехали. Приятного просмотра. Сюда поехали. Другой дорогой поехали. Специально, чтобы быстро не ехали. Нужно всегда тормозить, смотреть, чтобы не залететь никуда. Так, мы здесь вчера были. Где-то вот с правой стороны там Yamaha и Canton. Мы здесь вчера смотрели, там, где нам не дали. И у них нет возможности сделать пробу. А дальше есть магазин еще один. Мы сейчас посмотрим, что они там нам расскажут. Там другая марка. Тайгер, да, или как она? Я даже Tiger. Не знаю, как правильно. Тайга. Как тайга. Да. С левой стороны сейчас будет. Мы подъедем. Мы лучше, наверное, тоже разворачиваться. Здесь выглядит так, что тоже мы никуда не можем, наверное, поехать. Я смотрю, тут цепями прям привязаны. Ну, сейчас посмотрим, спросим, что они нам скажут вообще. Какие у них модели есть. Нам дали такой вот прайс-лист, можно сказать. У них нету мотоцикла, это DXR. Вот я бы за него хотел узнать и спросить. 250 кубиков. И он так на фотографии выглядит неплохо. Мы были в этом еще магазине здесь. Ну как, получается такая же тема, что нам не дают возможности проехать, только можно посмотреть. За следующую модель я спросил. XTR, там 250 кубиков. Ее здесь нет, где-то есть, где-то далеко. Поэтому, вот, если только я хочу, то 100% можно ее заказать. Но так я не хочу, хотелось бы посмотреть и проехать, и тогда решать. Но как бы такой возможности нету. Вот, будем думать. Вроде бы еще есть где-то магазин, посмотрим. Я хочу еще посмотреть, для того, чтобы принять уже окончательное решение, еще посравнить с другими мотоциклами. Какой-то есть еще леопард, вроде бы, не знаю. Но мы посмотрим. У нас сегодня жара, зима здесь в Парагвае, но температура 26,5 градусов в машине показывают. Вот, я представляю, что будет летом. Ну, такие вот дела. Да, едем дальше. Так, решил я заехать на одну мойку, помыть машину. Вот, поэтому там ребята моют, а я жду. Второй магазин, который я хотел, еще не нашел, я не знаю, где его надо еще искать. Вот, поэтому решил пока еще светло помыть машину, потому что здесь скоро будет темнеть, зима все-таки. Так, нашел я магазин, о котором я говорил, там Леопард называется мотоцикл. Ситуация такая, что
почему. Он совсем рядом здесь был, я уже проезжал несколько раз возле него. Но у них небольшой ассортимент, поэтому его сразу можно было не заметить. Я его нашел, там у них несколько стоит мотоциклов, но именно такой, как я ищу, именно в эндуро у них нету. Здесь нету, но в другом месте есть. Он мне показал фотографию. Ну, в принципе, он примерно так же выглядит, как и все, которые до этого смотрел. Я думаю, у них просто другое название. В принципе, так как по качеству они все одинаковые. Именно эти модели, которые делаются для Парагвая здесь, внутреннего рынка, они недорогие. Да, ну а на сегодня пока все. До следующего раза. Всем пока-пока.